северное сияние. Вы самая блестящая звезда севера, и никогда не бывало светила столь благодетельного, писал Вольтер. Он не оценил великолепно, несмотря на то, что я одна. Все они полны роскоши. Это помещение получило наименование императорского музея. И если вы этого боитесь, то трудно найти столько там любопытного. В моем Эрмитаже, не считая картины Лоджии Рафаэля, 38 тысяч книг, 4 комнаты, наполненных гравюрами, 10 тысяч резных камней и столько же рисунков. Всем этим любуются мыши и я. Чьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели, и голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце выжигали свет, очаровательные франты минувших лет. У русского царя в чертогах есть палата. Она не золотом, не бархатом богата. Толпою тесную художник поместил сюда начальников народных наших сил, покрытых славою чудесного похода и вечной памятью 19-го года.
наши хвосты. Так идут державным шагом, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом, и за вьюгой невидим, и от пули невредим. Нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Великий час восход, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, во что меня оставил? А Матвей, о, не рыдай меня. Магдалина, Иус рыдал, ученик любимый каменел. Оттуда, где мучил мать, стоял, так никто взглянуть и не посмел. Легкий сумрак зал, тронутый темной позолотой, казался мне священным. Я входил в Эрмитаж, как в хранилище человеческого гения. Там я впервые юношей почувствовал счастье быть человеком. Понял, как человек может быть великим и хорошим. Первое время я терялся среди пышного шествия художников. У меня кружилась голова от обилия и густоты красок. Я уходил в залы, где была выставлена скульптура. И чем больше я смотрел на статуи безвестных эллинских поэзий или на неглазно медленно улыбавшихся женщин каномы, тем яснее понимал, что вся эта скульптура – зов к прекрасному в самом себе, что она – предвестница чистейшей утренней зари. Старые молодые художники пришли в Эрмитаж в первые же часы войны. Пришли по зову сердца. Это была самомобилизация всей ленинградской интеллигенции. Надо было торопиться. Враг подходил к городу. Великолепие пустого, местами разрушенного дворца оказалось нереальным. Мрамор и позолота под слоем инея. Иорданская лестница страшно ступать на ступени. Сплошь усланные кусочками какой-то пленки. Это отслаивается и осыпается живопись плафона. Летом 44-го, когда основные коллекции Эрмитажа находились еще в Киеве, было решено устроить выставку экспонатов, которые не были эвакуированы. Она была размещена в двух галереях, менее всего пострадавших от обстрела. В ноябре 45-го года залы Эрмитажа были вновь открыты для посетителей. Тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерках.
Так.